Саратов вновь посетил Стивен Сигал. Голливудский актер принял участие в открытии 10-го турнира по самбо имени Султана Ахмерова. В наш город кумир миллионов приезжает уже не первый раз. И каждый раз с сюрпризом. Чем Стивен Сигал удивил публику в этом году, расскажет Анастасия Куклева. На голливудскую знаменитость пришли посмотреть сотни саратовцев. Трибуны в Ледовом дворце спорта забиты до отказа. Участие в турнире принимают свыше 300 самбистов из разных регионов России и ближнего зарубежья. В этом году не остался равнодушным и почетный гость состязаний. На боевом татаме Стивен Сигал лицом к лицу встретился с саратовскими спортсменами. Обладатель 7-го дана их не щадит. Несмотря на возраст, голливудский актер с легкостью отбивается от противников и в буквальном смысле одной левой укладывает соперников на лопатки. В интервью 65-летний актер признается, спорт – смысл жизни, и его физическая подготовка – пример для начинающих. Я рад видеть детей, которые усердно занимаются спортом и добились таких успехов. По-прежнему своим визитом я продолжаю пропагандировать традиции спорта. Турнир имени Султана Ахмерова в нашем городе проходит в 10-й раз. Этот отличился звездным составом. На трибунах рядом с голливудским актером расположились звезды российского спорта и телевидения. В привычном для себя амплуа спортивного комментатора выступает Дмитрий Губерниев. Человек, который нас собрал здесь в данном случае, ушел из жизни 10 лет назад. Я не был с ним знаком, но вот те люди, которые продолжают его дело, которые приглашают мальчишек, самбистов, самых-самых юных из Казахстана, из больше чем 20 регионов, это замечательно, потому что это богатство страны люди. Состязания проходили 2 дня. Победителем турнира стал спортсмен из Краснодара. В родной город Арам Авсаян уехал на автомобиле. Такой подарок от организаторов уже стал традиционным. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.